Я Дмитро Тузов з вами починаю свій ефір «Слава Україні». На зв'язку з нами зараз міський голова Харкова Ігор Терехов. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас. Ми говоримо про Харків. Ви знаєте, от я спочатку запитаю ваші відчуття, можливо, так? Як ви думаєте, чому росіяни з такою жорстокістю обстрілюють Харків? Ви знаєте, звісно, я не можу зрозуміти, що в голові у російських агресорів, звісно. Але скажу свої мислі по цьому питанню. Я впевнений в тому, що російські агресори ніколи не думали, що город Харків не прийме їх. Видимо, вони думали, що ми будемо зустрічати їх з розпростертими об'яттями, а ми зустріли їх вместо, як вони думали, цвітов, огнем нашої артилерії, мужеством наших воїнів ЗСУ і бойців територіальної оборони. І можу вам сказати, що, мабуть, для них це велике розчарування було, що російськомовний город Харків их именно так встречает. И что русскоязычный город Харьков сегодня был, есть и будет всегда Украиной. Так, ви знаєте, от я теж у мене такі були думки, що це виглядає як помста за непідтримку окупації, скажімо так. Пане мере, що ви можете сказати, в якому стані місто зараз, якщо так можна якось оцінити, можливо, у відсотковому значенні? Я розумію, що все це дуже умовно. Руйнування інфраструктури життєзабезпечення міста, та це в першу чергу водогін, ну чого люди потребують, електричні, газові мережі. Ну, прежде всего, хочу вам сказать, что Харьков до 24 февраля, до момента начала войны, и Харьков сегодня – это колоссальная разница, потому что город Харьков всегда был ухоженным, чистым, красивым, комфортным городом. Да, он остается чистым. Но, знаете, те раны, те шрамы, которые сегодня есть, ну, прежде всего, в душе каждого харьковчанина, и то, что сегодня на улицах города, да, остается чистый город. Да, мы его прибираем, да, мы ухаживаем за ним. Но, знаете, такие глобальнейшие разрушения, которые нанес нам российский агрессор, они, конечно, с такой болью в душе отражаются у каждого харьковчанина, у каждого человека, который любит город Харьков, да и у всех украинцев. Если говорить о, знаете, таких сухими цифрами, хотя я очень не люблю сухие цифры, я считаю, что люди должны знать правду и видеть те глобальные разрушения и то, что натворили российские агрессоры с городом Харьков. 30% жилого фонда фактически уничтожено в той или иной степени. 150 тысяч людей, харьковчан, вдумайтесь в эту цифру, 150 тысяч харьковчан сегодня остались без квартир, без жилья. И это, конечно, ужасно. Если говорить о наших школах, детских садах, вот задумайтесь, 104 детских садика, которые разрушены. И вот буквально вчера очередной обстрел детского садика, где пострадала наша нянечка, которая вышла выносить мусор и была ранена. Была ранена, находится в госпитале. Я благодарю наших врачей, которые, знаете, спасают жизни наших харьковчан, наших людей. 110 школ, которые разрушены. Причем многие из них не подлежат восстановлению. Это реальный ужас, который творит российский агрессор. 53 лечебных учреждения, поликлиники, больницы. Поэтому, конечно, те разрушения, которые есть в городе Харькове глобально, я не говорю об инфраструктуре города и жизнеобеспечении города. Но на самом деле, несмотря на весь этот ужас, который творят российские агрессоры, сегодня город Харьков с водой, город Харьков с электроэнергией, в городе Харькове вывозится мусор, наши дворовые рабочие работают, прибирают город, и город чистый, но, как я уже сказал, с такими огромными шрамами, шрамами, которые видны в городе, и шрамами, которые в душе каждого из нас.
Я сподіваюся, що ми всі разом будемо лікувати ці шрами, про які ви зараз говорите. Тут важливий ваш погляд і інформація стосовно того, що от ви згадали, 150 лише дитячих садочків знищено російськими окупантами. А в цих установах були виключно цивільні люди. Ви згадали про нянечку, яку вбили під час цього обстрілу. Частью ранили, вот. Но на самом деле в детских садиках не было никого, кроме персонала, в усеченном, конечно, штатном режиме. Но тем не менее, знаете, люди привыкли к своему месту работы. Вот я вчера заехал в этот детский садик, который подвергся обстрелам. Там было две женщины. Одна охранник женщина, которая просто охраняет детский садик, вахтер, будем говорить. Вторая воспитательница, которая там бывает, она просто дежурит, по графику дежурит. Ну, третий человек, который там находился, это нянечка, которая просто подмела и выносила мусор. И на крыльце, уже возвращаясь, ее накрыла артиллерия российских нелюдей. Пане мере, що ж будемо робити? 1 вересня вже завтра, початок навчального року. Я так розумію, що в Харкові все буде відбуватися в режимі онлайн. Ну, прежде всего, будемо побеждати. Будемо очищати нашу землю і нашу територію від російських окупантів. Це прежде всего, і здесь Харків єдин, як ніколи, і вся Україна єдина, як ніколи. То, что касается 1 сентября, действительно, мы сегодня с вами разговариваем 31 августа, последний день лета, и, как правило, мы всегда готовились в этот день к торжественным линейкам. Мы всегда делали такой большой парад на площади Свободы, самой большой площади в Европе, где были студенты, где были учащиеся. Мы такой, знаете, карнавал делали, это было такое красивейшее зрелище, которое не делалось ни в одном городе Украины. И так отмечали 1 сентября, потому что мы всегда стремились к тому, чтобы наши дети, которые идут в школу, наши первоклассники, наши выпускники, наши студенты запоминали 1 сентября. Особенно касается первоклассников, потому что, знаете, каждый из нас, наверное, помнит, как он первый раз шел в школу, как он с трепетом стоял на линейки, как он хотел зайти в первый класс, как его вели за руку старшеклассники, выпускники, и как происходил первый урок у него в жизни. К сожалению, российские агрессоры лишили наших детей этого праздника. Но тем не менее, я хочу и с гордостью, и с радостью сказать, что несмотря на весь ужас, который творят российские агрессоры, несмотря на постоянные обстрелы, 1 сентября, завтра, мы начнем онлайн обучение для всех школьников. И 7000 первоклассников будут присутствовать на первом своем в жизни уроке, который тоже пройдет в онлайн. И знаете, на самом деле это еще раз доказывает то, что жизнь продолжается, несмотря на весь ужас войны. И это еще раз доказывает то, что наши харьковчане безумно любят свой город, гордятся своим городом. И это, знаете, внушает уверенность в том, что мы обязательно победим, и победа будет обязательно за нами. Що вам відомо, чи стабільно працює зв'язок і інтернет для того, щоб і ось ці малята, першокласники, були присутніми в режимі онлайн на своєму першому уроці? Ви знаєте, ми перевірили всі сети, де потрібно, ми підключили ще інтернет. Вопрос більше стояв навіть не таким образом, що нет інтернету. Був вопрос, зв'язаний з тим, а как же и первоклассники, да не только первоклассники, будут обучаться? Это связано было с тем, что люди, очень многие остались сегодня без работы. У них нет средств купить тот же мобильный телефон, да, или тот же планшет, или то, на чем может сегодня и первоклассник, и не только первоклассник
присутствовать на уроках. Поэтому, где необходимо, мы помогали людям и помогали родителям наших детей. Поэтому будем надеяться на то, что все наши первоклассники и наши дети будут получать образование, качественное образование. А я вам хочу сказать, город Харьков всегда был и студенческой столицей Украины. И мы всегда гордились нашими учителями, педагогами, которые, знаете, несмотря на и сегодня весь ужас войны, и тогда, когда была пандемия, преподавали и обучали наших детей. И могу вам сказать, дети получают очень качественное образование в Харькове. 150 тисяч харків'ян залишилися без житла. Ці люди виїхали з міста, чи ви знаходите якісь можливості і резерви для того, щоб вони мали дах над головою і елементарні можливості жити? Часть людей, звісно, уїхала. Хтось покинув приділи України, хтось знаходиться в інших областях, де более безопасна обстановка на сегодняшний день. Но многие харьковчане в городе, и мы расселяем их в других районах города, которые менее подвержены обстрелам. На самом деле, могу вам сказать, в городе Харькове сегодня нет тех районов, а город Харьков разделен на 9 районов, административных районов в городе Харькове. Так вот, в городе Харькове нет районов, которые были бы абсолютно безопасны. Но, тем не менее, мы находим резервы, общежития, студенческие общежития, потому что очень много сегодня у нас есть студенческих общежитий, которые, естественно, покинули студенты, потому что студенты уехали из города Харькова, и мы расселяем наших харьковчан в этих общежитиях. Впереди у нас зима, и мы понимаем, что мы столкнемся с страшнейшим отопительным сезоном за всю историю города Харькова. И, конечно, нам нужно пройти этот вызов, нам нужно все вместе обеспечить людей теплом, питанием, медикаментами, медицинским обслуживанием. Поэтому мы работаем над этим. У вас есть надежда, что опалення будет під час зимового сезона в Харькове? Будет очень тяжело. И харьковчане должны об этом знать, что самый тяжелый отопительный сезон за всю историю Харькова будет. Будет именно в этом году. Но я уверен, что сегодня наши коммунальные службы, наши коммунальщики, которые настоящие герои, и наши харьковчане, которые настоящие герои. Ведь не случайно, что наш президент Владимир Зеленский присвоил звание города-героя именно нашему городу, городу Харькову. Мы выдержим этот вызов и пройдем достойно отопительный сезон. Я в это верю. Ігор Олександрович, ну вся країна бачить, як місто пристосовується до війни, до умов життя під час обстрілів. Так, вся Україна бачить укріплені зупинки для громадського транспорту, там, де в разі чого люди, ну принаймні від уламків мін і ракет можуть захистити себе, своє життя. Так? Які, ну, якщо дозволите, я назву це інноваціями в умовах воєнного часу. Міська влада збирається застосувати. І це, до речі, може бути прикладом для інших міст. Ну, да, дійсно, ми поставили першу установку. Зараз монтуємо ще установки. І вони будуть з'являтися, так називаємо, установки двойного назначення, установки укриття в городе Харькове. И, конечно, нам сегодня нужно думать о безопасности. И безопасность должна быть такой, чтобы мы могли защитить людей. Потому что, к сожалению, сосед у нас, я имею в виду Российская Федерация, такой, что в любой момент можно от них ждать всего что угодно. Поэтому, конечно, мы сегодня делаем защитные сооружения в подвальных помещениях. Мы сегодня начинаем работу по поводу того, чтобы в наших школах были обязательно бомбоубежища. И это должно быть, чтобы были эвакуационные пути, чтобы люди понимали и дети понимали,
как они будут в случае чего эвакуироваться. Поэтому очень много нам нужно пересмотреть. Очень большие уроки нам преподнесла война. Мы сегодня абсолютно по-другому должны, знаете, выстроить систему безопасности. И в жилых домах, и в общественных зданиях, и в общественных сооружениях, и в транспорте, в транспортной инфраструктуре. Поэтому мы должны извлечь эти уроки, которые нам преподнесла война. По поводу соседа, который обстреливает город, вы, конечно же, общаетесь с украинскими военными, безусловно. Как вы оцениваете шансы отодвинуть оккупантов подальше от Харькова, чтобы ослабить обстрелы? Давайте я скажу таким образом. Конечно, я общаюсь с нашими героическими военными, и низкий поклон им, нашим героям, которые сегодня защищают наш город и защищают нашу Украину, целостность нашей Украины. Но тот вопрос, о котором вы меня спросили, должны комментировать никто иной, как военные, тем более в условиях сегодняшней военной обстановки. Я знаю, що ви акумулюєте, збираєте інформацію про те, що відбувається не лише в місті, а й в області. Та ви можете сказати, що відбувається на тимчасово окупованих територіях Харківської області? Ну, ви знаєте, такий ужас, який там відбувається, це, якщо чесно, катастрофа. І я з самого першого дня начала войны, когда я увидел первые обстрелы, когда начали обстреливать жилые кварталы, убивать людей, харьковчан, жителей области, занимать поселки, которые находятся недалеко от границы с Российской Федерацией, выгонять оттуда людей, забирать у них мобильные телефоны, люди прятались в погребах, им нечего было есть, все воровалось, раскорачивались их дома, все грабилось. Но, если честно, такое как бы нашествие, знаете, такой орды, которая пришла, временщиков, которые быстро хотят все хапнуть, все своровать и убежать. На самом деле ужас. Ужас, который был и который сегодня происходит на оккупированных территориях, и люди, конечно, в шоковом состоянии, и вся эта лживость, которая сегодня пропагандируется в российских средствах массовой информации, это вранье и обман. Люди в шоковом состоянии, все, кто мог, повторяю, все, кто мог и имел какую-то маломальскую возможность, они оттуда убежали или смогли эвакуироваться к нам в город Харьков, украинский город Харьков, или сбежать из этой чудовищной страны Российской Федерации и перейти всеми мыслимыми и немыслимыми способами в Европу. Но то, что люди рассказывают, это реальный ужас, с которым они столкнулись. И сегодня с очень многими из них работают психологи, потому что нужно привести людей в нормальное, адекватное состояние. Тот шок, который они испытали и голодом, и холодом, и били, и, знаете, уничтожали, и издевались, ну это ужас. Игорь Александрович, а сейчас вы фиксируете некоторое количество людей, которые до сих пор пытаются вырваться с оккупированных территорий, в том числе. Ну, конечно, они хотят уехать оттуда, из этого кошмара, который называется, знаете, освобождением русского мира. Вот. И главное, чтобы не была такая возможность, им же не дают такой возможности. Поэтому у кого есть такая возможность, они туда убегают, только чтобы там не оставаться. И какая тенденция? Харьковяне, те, кто раньше выехали, повертаются назад в місто? И какой є позиция влади? Что вы говорите? Если есть возможность выезжать, існує можливість повертатися, зрозуміло, що певна кількість людей необхідна для того, щоб підтримувати життєдіяльність міста, бізнес-процеси, зрештою, так, щоб місто жило і функціонувало.
Ну, я вам хочу сказать, что харьковчане возвращаются в город. Опасно это? Да, опасно. И всегда в своих обращениях, и когда я общаюсь с людьми, я говорю о том, что каждый для себя принимает решение самостоятельно, возвращается он в город Харьков или не возвращается, я имею в виду сейчас. Понятно, что после нашей победы, я уверен, 99,9% харьковчан вернется в город Харьков. Я провожал людей, которые уезжали со слезами на глазах, уезжали в самые серьезные времена из города, уезжали железнодорожным транспортом, подгоняли составы, вагоны. Я благодарен нашей Укрзалезнице за то, что они делали и делают на сегодняшний день. И люди, стоя в очереди, когда они садились в вагон, видя меня, говорили: держитесь, мы обязательно вернемся, все будет Украина, Харьков, цее Украина. И это не может не радовать. Но очень многие люди сегодня принимают для себя решение, возвращаются в город, это их родной город, и тенденция, конечно, к тому, что люди возвращаются в город Харьков. Опасно? Да, опасно. Но каждый для себя принимает решение. Як ви оціните стан бізнесу в Харкові? Тому що ну, цивілізованій людині важко прожити без функціонування бізнес-середовища. Це послуги, та, це сфера послуг, це ну, будь-що, це транспорт, це харчування, це багато всього, що забезпечує наше з вами життя. Так? Функціональність бізнесу в Харкові, як ви оціните? Ну, от давайте ми розоб'ємо все-таки на кілька составляючих. То, что касается транспорта, вы знаете, я уверен, что мы в свое время правильно поступили, когда сделали коммунальный транспорт. И сегодня в основном в городе Харькове это не бизнес-процессы, а это наш коммунальный транспорт. Потому что начиная с первых дней войны работал только коммунальный транспорт. Даже когда нам пришлось закрыть метрополитен, то развозили именно гуманитарную помощь, еду, медикаменты, именно наш коммунальный транспорт, наши автобусы. Сегодня коммунальный транспорт работает, и могу вам сказать, что в городе Харькове мы приняли решение, чтобы он работал бесплатно. Сегодня все люди, которые есть в городе, ездят бесплатно на троллейбусах, на трамваях, на наших автобусах коммунальных и на метро. У нас функционирует метро. Почему мы пошли на это? Потому что сегодня у людей нет денег. К сожалению, очень многие предприятия и бизнес-предприятия, коммерческие предприятия закрыты. Потому что просто люди боятся. И могу вам сказать, что да, работают в городе Харькове сегодня аптеки, работают супермаркеты, работают рынки. И работает часть бизнеса. Некоторые кафе, некоторые небольшие кофейни, там, ресторанчики. Во всяком случае, работают те, кто и хочет, и им необходимо работать. Поэтому мы сегодня обеспечили полностью, знаете, полностью людей всем необходимыми услугами, которые возможно, предоставляет коммерция и предоставляет город. Понятно, что они в усеченном объеме. Мы понимаем, но идет война. Но все можно купить, лишь бы были деньги. И наша сегодня основная задача – как можно быстрее победить, как можно быстрее выгнать российских агрессоров с территории Украины и перезапускать бизнес. И сегодня мы над этим очень серьезно работаем. И город Харьков, конечно, воспрянет. Мы возродим город Харьков после нашей победы. И уже сегодня мы приняли решение о создании индустриальных парков. Будут созданы IT-парки, будет развиваться колоссальными темпами индустрия. Будут строиться новые микрорайоны. Люди будут получать жилье. Будут работать наши высшие учебные заведения, школы, детские садики. Мы возродим Харьков. И он будет лучше и комфортнее, чем он был до войны. Это прекрасный финал нашего разговора. Харьков будем отстраивать всем миром. Дуже дякую. На зв'язку з нами був міський голова Харкова Ігор Терехов. Пане Ігоре, вдячний вам. Тримайтеся. Вся Україна з вами.
Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.